Очередной раз хочу поприветствовать братьев и сестер Славянской Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Сакраменто, а также всех наших друзей. Слава Богу, в последнее время воздух в нашем округе стал немного чище, хотя время от времени солнце и дальше кровавого цвета, и проблема с пожарами еще не решилась. Продолжайте молиться по этому поводу, пожалуйста. У меня есть несколько объявлений сегодня, но начну, наверное, с самого трепещущего и, к сожалению, печального. В прошлое воскресенье наш брат Сергей Дерябкин по всем признакам утонул во время рыбалки. Говорю по всем признакам, так как тело пока еще не нашли. Пожалуйста, молитесь за супругу Валерию, их детей, а также родственников, которые особенно больно переживают эти события. Пусть Бог укрепит и поддержит их, и нас всех в этом горе. Хочу напомнить, наше служение в эту и последующие субботы будет проходить в Сан-Хуан-парке. Начало служения в 9 а.м. В эту же субботу после служения у нас будет встреча всех руководителей отделов. Прошу всех наших лидеров не пропустить эту встречу. Также напоминаю, что в связи с изменениями формата наших субботних служений, программа «Молитва, передвигающая горы» будет проходить в прямом эфире по пятницам, начало в 7 п.м. Но в субботу в 10:50 вы сможете увидеть эту программу в повторе. Присылайте ваши молитвенные просьбы в прямом эфире и среди недели. Мы обязательно будем молиться за них. Ну и ждем вас с вашим опытом, как гостя на этой программе. Еще есть одно объявление. К нам 10 числа на постоянное место жительства приезжает новая семья. Их родственники просят помочь с поиском апартментов. Если вы знаете, где есть свободное жилье, звоните по номеру 916-889-0832. Еще раз повторю, 916-889-0832. И последнее объявление. Цыганюк Станислав сделал официальное предложение выйти замуж Насте Семенчук. Искренне поздравляем молодых людей и их родителей. И желаем им счастья в будущей семейной жизни. В конце этого обращения я хочу процитировать стих из Священного Писания. «По вере оправданные». Мы теперь в мире с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Через Него, верою Своей, приобщились мы к той благодати, пребывая в которой, ликуем в чаянии Божьей славы. Более того, мы радуемся и в нынешних испытаниях наших, зная, что в них развивается стойкость, а стойкости зрелый характер, что и вселяет в нас надежду. Надежду, которая никогда никого не разочарует. Потому что свою любовь Бог излил в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к Римлянам, 5 глава, с 1 по 5 стихи. Я желаю всем вам Божьих благословений, дорогие друзья. До встречи в субботу на служении, ну и в следующих видеообращениях. Всего вам хорошего.